Уважаемые товарищи, мы находимся в поезде, следующий по маршруту Байдахе Янзы. Вот, мы находимся на первой полке, так, в ближайшем положении. Вот, Лариса Федоровна что-то хочет сказать. Да, вот так вот. У нас по маршруту все время достается первая полка и третья. Но это нам повезло. Могло бы быть две трети. Но почему-то Александр Владимирович решил, что первая полка его. Пришел, как лисичка, ко мне попросился посидеть, а сам вот уже улегся. И так на протяжении всего маршрута. Да, Александр Владимирович? Да, там наверху цикады эти стрекочат. Всю ночь стрекотали. Бедные соседи возле него. Цикады это отдыхают, как Александр Владимирович там завелся, как этот, как и... Циркулярка. Ой, нам осталось уже ехать 1 час. Мы уже устали. Да, мы уже устали ехать. Да, вот и... видите, за окном там деревья, да, облачка, я... облака плывут. Ну, вчера-то же... Мы в синем небе, да. Вон, да, китайские товарищи, моджон какой-то играет или в карты режутся. Молодцы! Да, весело. Тут детишки бегают по коридорам. Наши. Ну все. Россияне. Да. С приветом вам из вагона номер 11, 15-е купе. Видов Александр Владимирович и Лариса Федоровна.